Гоня смешная. Быстро отбивается. Вчера в Екатеринбурге на Ботанике совсем не смешно было девушке, обычной, без электроприводов, устроившей гонку преследования за бухим самокатчиком после того, как он лишил неприкосновенности ее красненькую машинку. Средь бела дня она на ней маневрировала на парковке у дома номер один по улице Юлиуса Фучика. И вдруг, откуда ни возьмись, появился, и места ему не хватило, чтобы со своими двумя прокатными нормально разъехаться с четырьмя колесами в чужой личной собственности. Так красненькая машинка стала инвалидкой. Хозяйка прямо так ему и объявила. Вы врезались в меня, молодой человек. Вы мне нанесли увечья в машине. Какое увечье? Вы мне в бок въехали. Так вы встали. Я парковалась, короче, я не стала стоять. Автопилотка еще пару секунд пыталась убедить этого самоиздуна, что тот совершил натуральное ДТП, но тот все никак не убеждался. Более того, был настолько самоуверен, что на прощание даже представился. Ну что делаете? Вы уезжаете с места ДТП, вызываю ГАИ. Какое ДТП? Вы? Да у номер тебя там самоката нету. У вас. 2383. Ну и дальше вы видели короткая погоня без особого успеха, в результате которой, как у Александра Сергеевича, осталась она у своего разбитого корыта, образно выражаясь. А может быть и безобразно, дальше звук-то не писался. Теперь хозяйка изувеченной машины, обратившаяся в ГИБДД, ждет, что уехавшего найдут и покарают.